Народная скульптурная будуарная. Все авторской работы. Выставка кукол открылась в городе, причем в цветочном бутике. Организаторы решили, что это самое подходящее место для таких экспонатов. Ирина Забродина погружалась в кукольный мир. Он путешественник. Он путешествует со своим рюкзаком. Это вам не просто бульдожка, а фотограф-путешественник. Здесь у каждой куклы свой образ, продуманный автором до мелочей. Добротный жилет, котелок, медальон на груди с фотографией домашнего питомца, который стоит рядом и тоже в котелке. Кто это? Это уже зажиточный бульдожка. Чтобы создать гармоничный образ, мастер-кукольник должен быть и скульптором, и художником, и сапожником в одном лице. Подобного вида игрушки очень любят иностранцы, европейцы, американцы. Я их сделала с огромной любовью, потому что я сама являюсь хозяйкой французской бульдожки. Валентина Богдан по профессии дизайнер но уже давно ее основная деятельность это авторская кукла. Больше всего любит будуарных. В экспозиции Валентины их не меньше десятка, и все, как на подбор, роскошные красавицы. Хотя кукла будуарная это вовсе не та, что в будуар не стыдно посадить, а просто подвижная кукла, у которой сгибаются все конечности. Будуарная может быть, к примеру, медведь или даже мужчина. Но Валентина предпочитает создавать женщин. Интереснее наряды, у них изящнее, изысканнее позы, они манернее. Все атрибуты идеальности и изящества. Все куклы здесь не игровые для созерцания, любования, но если к этим можно прикоснуться при большом желании, то вот эта экспозиция за красной линией с табличкой «Руками не трогать», потому что здесь находятся раритеты. Есть даже кукла, которой больше ста лет. Вот она. К сожалению, до наших дней дошло только туловище. Голова, увы, не сохранилась. Хозяйка кукол, которыми играли в прошлом и даже позапрошлом веке, художник-реставратор Анастасия Новикова собирала свою коллекцию по крупицам, уникальный экспонат, которому более 100 лет выкупила у итальянского коллекционера. Работать кукольная выставка будет до 29 октября. Мастера не только показывают свои работы, но и обучают всех желающих созданию кукол. Ирина Забродина, Вячеслав Гирич, телеканал губерния.